Каланы или морские выдры – очень интересные существа. Один из необычных фактов заключается в их уникальном способе использования инструментов. Они используют камни для того, чтобы разбить раковины моллюсков, морских ушек или крабов, удерживая камень на животе и ударяя им по добыче, прижатой к груди лапами, пока та не раскроется. А любимые камни каланы хранят в специальных кожных кармашках, в подмышках. А поподробнее у нас на канале.